Ребята, привет! 4 февраля 2019 года, и я к вам обращаюсь со срочной новостью. Сегодня появилась информация на сайте Росаккредитации, то, что с 1 июля нужно будет иметь на каждый ввезенный автомобиль на территории Российской Федерации какой-то новый сертификат о том, то, что наши автомобили, которые мы хотим ввести, они безопасны. То есть вы вдумайтесь. Японский автомобиль должен получить российский сертификат безопасности, чтобы ему было разрешено ездить по дорогам России. Вы только вдумайтесь в этот бред, но сам факт требует бумагу, и нам придется ее получать каким-то образом. Если вкратце, то сертификат должен в себе иметь информацию о том, не вносились ли какие-либо изменения в штатную конструкцию транспортного средства. И это нововведение, как сейчас оценивают автоэксперты, это именно зажать правый руль, потому что по ВИН-коду лаборатория может обратиться к производителю и получить данные, вносилось ли вообще какие-либо изменения в транспортное средство, либо нет. Но к правому рулю это неосуществимо, потому что у них нету ВИНа, и у них вообще свои сертификаты и вообще оценка авто, у них по своим стандартам, поэтому ни о каком запросе в Toyota, в Nissan и так далее не может быть и речи, потому что ответа не будет, и их ответ, он в принципе под данный сертификат, он не подойдет. Поэтому лаборатория должна проводить испытания с каждым автомобилем индивидуально. Вот так. Ну, по мне так, ну, бред полный. Японская машина должна быть проверена. Может ли она ездить в России? Просто сказка какая-то. Ладно, черт с этим сертификатом. Так в примечании написано то, что автомобиль должен быть доставлен до факта растаможки на территорию испытательного центра. То есть в лаборатории вы должны доставить свой автомобиль на эвакуаторе, либо каким-то другим образом, но у него еще нету ПТС, он не может двигаться по дорогам. И каким-то образом мы должны доставить машину в лабораторию. Вопрос как, сейчас остается открытым. Сейчас на территории Приморья действует подобный центр один, и он может пропускать не более 50 автомобилей в сутки. Этого очень мало для объема Владивостока, когда вокруг меня в принципе все склады завалены автомобилями. Вот. Ну, в общем, что я могу сказать? Очередной побор в виде сейчас будет, наверное, 5-20 тысяч рублей. И машины, по моему мнению, они также будут завозиться, но нужно будет еще платить за какую-то бумагу, и эти деньги будут уходить в бюджет, ну а из бюджета уже в другие места. Напоминаю людям, кто особо не в курсе сейчас, как возится автомобиль, к документам, которые вы предоставляете в таможню, чтобы получить ПТС, вам нужно предоставить СБКТС, сертификат безопасности конструкции транспортного средства. В этом СБКТС написаны все данные автомобиля, экологичности, всякие масса, его максимально разрешенная, масса фактическая и так далее. Ну, в общем, по большому счету, Филькина грамота, которая стоит, если я не ошибаюсь, сейчас в Москве где-то можно найти по 8 тысяч, у нас в Владивостоке по 12, по 15 тысяч, а то и дороже продают. Вот, на самом деле бред вообще чистой воды. Один раз машина должна получить такой сертификат, и, соответственно, вся модель, значит, проверена, на нее получен СБКТС, и, в принципе, можно таможиться по копии, ну, просто копию снимают и таможат автомобили, ну, все приусы, альфа, либо любая другая модель. Но нет, нужно предоставлять оригинал. Ну, ясно, понятно, для чего это сделано. И сейчас хотят ввести новый сертификат, ввести новый побор. Вот, поэтому ждем 1 июля, будут какие новости. Мы обязательно будем публиковать на нашем канале, в Инстаграме, на сайте, в разделе блог. Поэтому, ребят, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, если хотите знать самые свежие новости по поводу нового закона, по поводу нового сертификата. Они будут появляться у нас. И также, если вы хотите приобрести автомобиль, не тяните до лета, купите его весной, и вас не коснутся никакие новые правила, новые сертификаты. Тем более сейчас можно растаможить машину без ГЛОНАСС, даже если вы находитесь на территории Москвы. За этими деталями, как это сделать, обращайтесь по телефону, пишите нам
на Skype, пишите нам в WhatsApp, Viber, без разницы куда. Ребят, подпишитесь обязательно. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.